Наверное, кем-то уважаемая, не знаю кем, конечно, Лера Фрост подняла такую грязищу, кошмар просто, про 18-летнюю девку. Это называется заклеймить просто, вообще слов нету. Но молодец, я тебе могу сказать, сразу же конкурентку убрала. Почувствовала то, что девочка-то будет валяться в постелях, в которых ты-то намерена тоже полежать. Надо сразу конкурентов убирать, нафиг нужно, да, чтоб к ней никто и не подошел. Ты прикинь, даже если это и правда, ну уж не тебе точно поднимать такие вопросы, дорогая ты моя. Слушай, ты много справок принесла на телепроект Дом 2 по поводу своего здоровья. Ты даже ни разу в стаканчик не пописала на проекте и не проверилась на наркотики. Ой, что это я такое говорю? Блин, действительно, ты же не такая, да? Лерочка, подумай, на тебя суд могут подать, если вдруг она чистенькая и нет у нее ничего, клевета чистой воды. Девки, конечно, дизлайк 18-летний, но она сделала просто то, о чем ты мечтала на протяжении долгого времени. О ней заговорили просто все интернет-площадки. Вот и я решила поговорить. Ой, девки, куда мир катится вообще? Чем дальше, тем круче. Я вообще...